Сегодня 15.01.2013 года. Господь нас обильно благословил в этом году снегом. Выпало очень много. В несколько раз больше, чем в том году. Вот Игнатий Иванович скидывает снег с крыши. Ну, мы еще снег вообще. Сегодня вот 16 января 2013 года. Я сколько живу, не видал. О, вот я стою на крыше, еще не до конца. 1,5 метра снегу. Он любую крышу раздавит. Потом немного пораньше начали сбрасывать снег. Невозможно. Смотри-ка. Ага. Что делать? Ой-ой-ой. В Сибири зря не будет человек без дела сидеть. Толстый живот называть некогда. Я тут поднял. Вот братья построили горку для детишек. Высокая, хорошая. Вот Надежда Васильевна Лапкина идет у нас. Трудится тоже. Ты что делаешь, бабка? Бабка еще по поводу сама ходит. Слушай, мне бы на крышу залезть, и тоже надо посбрасывать. Ого! Смотри. О, о. О, какие пластины падают, а? О, о, толщина какая. Ой-ой-ой-ой. Надо начинать сбрасывать. Вот здесь вот надо. Краешку ну, заводить. Ну, теперь сбрасывают, то есть старика. Ой-ой-ой. Полезли на крышу. Где-то должно быть хорошее. Голубей-то моих там показал. Давай, залазь. Вот так. Прошло до самого конца почти. Вот воробушки Игнатий Иванович их тоже подкармливают всю зиму. То семечки. Они ждут, сидят его. То сальцы для синичек. Аллилуйя.